Всем привет! Сегодня смотрим ниточку. Артикул люксор. Метраж у него 150 метров в 100 граммах. Состав 30% мохер, 10% шерсти. Ниточка очень интересная. Вот, посмотрите, какая у нее структура. Это несколько нитей мохера, соединены вместе с люрексом шнурочком. Но не просто соединены, а вот видно, да, он идет какое-то несколько сантиметров, какое-то расстояние рядом, а потом раз и вплетается в шнурочек. Вот видно, я поворачиваю ниточку, видно, что прихвачен. То есть, как некоторые виды пряжи разъединить и вязать по отдельности, есть у нас такой мохер на сайте, например, то здесь не получится. В бобине она выглядит вот так. Бобинки достаточно большие. Из этой пряжи я вязала, но только из другого артикула. По моему личному мнению, все-таки производитель здесь немножечко смешал разные составы мохера, но смотрится просто вот шикарно. Сейчас показываю полотно из такой же пряжи, только голубой мохер и золотистый люрекс. Вот такое полотно у меня получилось. Это, соответственно, лицевая гладь. Вот это такой вот у меня узор фантазийный. Попытался изобразить шишечки. В общем-то, смотрится в целом неплохо. Ну, вот так в лицевой глади. То есть, люрексовые ниточки и на лицевом полотне, и на изнанке достаточно. Вяжется тоже легко, комфортно. Постиралась, помягчела. Я ношу такую кофточку просто на обыкновенный топ на бретелях.